позвонок. Друзья, вот привезли скелет. Он где-то 25% от скелета. Мы хотели продать, и она на продаже не уйдет, потому что слишком. Скелет кто будет покупать? А обычно покупать совсем целый, с бивнями, а у нее бивня не было. Ну, уже всем известно, что люди ищут бивни. На севере, на этом живут практически вся северная часть, население всей северной части от бивни зависит очень сильно, потому что это ну, хорошие деньги, хороший заработок, потому что там практически работы нет. Такой синий бывает. Это от окислого железа.